все это изъяли у 25-летнего жителя Калуша, лейтенанта Нацгвардии. Боец вернулся из зоны боевых действий. Оружие привез с собой, чтобы продать, говорят правоохранители. Задержали офицера во время контрольной закупки. На данный момент ему оголошується підозра у вчиненні злочину, передбаченого статтею 263 частиною 1 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.